Всем привет! И сегодня я увидел эти концепты, которые вы могли заметить на превью. Я подумал, что вышла новая обнова Чикингани, но это всего лишь казались концепты. И сегодня в этом видеоролике я сделаю обзор на них. Вот, ребята, первый концепт — это система создания карт. На скриншоте можно увидеть в картах раздел Build Maps. При нажатии на кнопку открывается меню создания карты. Мы видим раздел предметы, бомбы, эффекты, ночь, своя модель. Играть. Также мы снизу можем увидеть, какой у нас будет пол. Система интересная, и надеюсь, что нечто похожее мы увидим в будущем в оригинальном Чикингане. Дальше мы видим концепты на режим прятки. Суть режима такова, что есть охотники и несколько предметов. Предметами являются игроки, которые могут выбрать определенную модельку и спрятаться на карте. Допустим, игрок может стать травой или оружием, и после этого нужно продержаться, например, 5 минут не умерев. Если таймер закончился и охотник не нашел вас, то вы победили. Ну и последнее — это карта Зимний пруд. Игроки хотят видеть разнообразные карты в Чикингане, и как по мне, на данной карте было бы прикольно поиграть. На этом заканчивается ролик, и если он вам понравился, поставьте лайки и подпишитесь. Всем пока!